Всем привет, меня зовут Соня, и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я покажу, как создавала образ на NYX Face Awards 2019. Для начала я собираю волосы, чтобы мне ничего не мешалось. Затем я делаю демакияж. Обязательно увлажняю лицо и грудь, потому что от большого количества косметики кожа сохнет. Белым карандашом для глаз намечаю контур своего будущего черепа. Белым аквагримом закрашиваю череп. Так как аквагрим оказался недостаточно пигментированным, сверху прохожусь белым гримом от NYX. Затем теневые участки закрашиваю черным аквагримом. Черным карандашом для глаз рисую контур будущих зубов. Белым карандашом для глаз закрашиваю зубы. Рисую контур моей будущей пиратской карты. Черным аквагримом заполняю пространство вокруг карты. Желтым аквагримом закрашиваю всю карту, кроме континентов. Сами островки я закрашиваю коричневым аквагримом. Смешивая желтый и коричневый аквагрим, я добавляю объема карте. С помощью художественной кисти с жесткой щетиной и коричневого аквагрима я придаю рельеф бумаге. Черным аквагримом и тонкой кистью я ввожу карту и континенты. Спустя 3 часа я поняла, что мне не нравится нос и решила его смыть. И снова закрашиваю нос белым аквагримом. Черный аквагрим даже на 3 слоя оказался не очень пигментированным, и мне пришлось проходиться сверху черным гримом от NYX. Черным гримом и тонкой кистью я прорисовываю контуры черепа. Художественной кистью с жестким ворсом и белым аквагримом я создаю объем на своей карте. Красной матовой помадой я рисую путь до сокровищ. Этот образ готов, смываем и приступаем к следующему. Белым карандашом для глаз я намечаю контур своих будущих сокровищ. Не только сокровищ, но еще и компаса. Желтым аквагримом я заполняю слитки золота и корону. Смешав коричневый и желтый аквагрим, я создаю объем у короны. Обычной шариковой ручкой я намечаю контур драгоценных камней. Зеленый аквагрим смешиваю с черным и белым, чтобы получить разные цвета и переходы, и закрашиваю изумруд. Черным аквагримом и тонкой кистью обвожу контуры. Смешав желтый аквагрим с оранжевым, белым и коричневым, я получаю много цветов, чтобы создать объем и рефлексы на золотых слитках. Тонкой кистью с белым аквагримом я прохожусь по граням золотых слитков, чтобы создать объем.
Черным аквагримом обвожу слитки. Смешав желтый аквагрим и белый, получив лимонный цвет, я создаю объемы на короне. Черным аквагримом рисую контуры кристаллов на короне. Голубым аквагримом закрашиваю кристаллы. Обвожу контур. Белым гримом закрашиваю крышечку на карандаше и прикладываю как штампы, чтобы получить жемчужинки. Желтым гримом закрашиваю монетки. Тонкой кистью и черной краской обвожу жемчужины. Таким же образом создаю контур у монеток. Рисую номинал и узоры на монетках, чтобы они не казались пустыми. Черным гримом от NYX закрашиваю пустоты на теле. Коричневыми тенями прохожусь под слитками, компасом, драгоценными камнями и короной, чтобы задать тень. Вот и все. Мой образ пиратских сокровищ, который я создавала 10 часов, пролетел всего за 7 минут. Спасибо за просмотр!